Лето подходит к концу, а это значит впереди осенняя пора. Вместе с ней первые звонки и уроки для множества детей городского округа Щелково. В связи с началом учебного года инспекторы ГИБДД проверили, соответствуют ли всем необходимым техническим требованиям автобусы, которым в скором времени предстоит возить ребят в школу. В первую очередь мы проверяем техническое состояние транспортного средства, чтобы оно соответствовало ГОСТным стандартам, чтобы была исправна рулевая система, тормозная система, чтобы работали все наружные освещения. Также необходимо требование, чтобы на автобусах был установлен спутниковая навигация ГЛОНАСС, которая способствует отслеживанию автобуса, его маршрут движения, его скоростной режим. В школьных автобусах предусмотрены специальные стеллажи, куда ребята могут положить свои рюкзаки. Также здесь установлены пятиточечные ремни безопасности. Помимо всего прочего, автобусы оснащены 6 камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения. В обязательном порядке в автобусах должен быть тахограф. Это прибор, который позволяет определять режим труда и отдыха водителя и скоростной режим транспортного средства. Важным моментом является еще и то, что период эксплуатации у школьных автобусов не может превышать 10-летнего срока. Тщательную проверку прошли и водители. В течение года они не должны были быть привлечены никаким административным правонарушением. Стоит отметить, что помимо проверки автобусов, сотрудники ГИБДД проводят комплексные информационно-профилактические мероприятия, посвященные правилам дорожного движения. Одно из них носит вполне говорящее название – «Внимание, дети!». Мы не только будем смотреть подготовку школ, школьных автобусов, но а также напомним детям и их родителям о том, что они снова вернулись в город с интенсивным движением, и необходимо помнить и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения для того, чтобы не попасть в беду. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.